1 июля по 15 августа 2016 года, а на отдаленных и труднодоступных территориях с 15 сентября по 15 ноября 2016 года пройдет Всероссийская сельскохозяйственная перепись. В программу переписи включены вопросы о размерах общей земельной площади, структуре и использовании сельскохозяйственных угодий, занятости в сельском хозяйстве, размерах и структуре посевных площадей, поголовье скота и птицы, наличие машин и оборудования и другие вопросы. Впервые будут собираться данные о применении передовых методов ведения хозяйства, получении кредитов и субсидий. Сельскохозяйственной переписи подлежат сельскохозяйственные организации, крестьянские и фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства, садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан. Собранные в ходе переписи сведения обезличены и используются исключительно для формирования официальной статистической информации.